В смысле идеи и развития духовности? Шок. Здесь для меня все проще, на самом деле. Просто найти танец, где люди смотрят глаза в глаза с помощью хореографии. Я это чувствую. Я не знаю, как это сделать. Это рождается от музыки, это рождается от тех людей, на которых я ставлю. Я их понимаю, я вижу, как они могут, каким языком они могут разговаривать, и это могу найти. Но дело в том, что сейчас все-таки зритель уже приучен к вот этой широкой палитре, к большой картинке, к глобальным каким-то вещам. Иногда он хочет отдохнуть, как в фильме, замечательном черно-белом фильме «Артист», например, когда выстрелило именно черно-белое кино, и все. Но все выстрелило только потому, что вокруг все было, все гремит, падает, и вдруг захотелось ностальгической нотки. Здесь важно угадать. Но, конечно, суть, душевное состояние, это стоит во главе всего. Наполнение одно, людей заботит только взаимоотношения мужчины и женщины. Это чувство любви, расставания, разлуки, снова любви, ревность, измен. Тут можно много играть, но ничего более задевающего человеческие струны не найдено.